Здравствуйте. 13 августа, 18 лунный день. Сазди Буддхи воды – особенный день для благородных людей. Практики созерцания, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров, продажи, принятие важных решений, благоприятнее во всех влиятельных и важных делах. Также создавать, строить эскизы, дома, строения, влаживать сбережения, работать с железом, быть меценатом. День неблагоприятен переправляться через большие реки, ловить рыбу, принимать обеты, сватовства, выезды, путешествия неблагоприятен. Благоприятен для людей, родившихся в год обезьяны и мыши, неблагоприятен годам коровы, овцы, собаки. И в Илгинском цокчун дуване хоро сагану бун, маню дуване сунды, джу дуване ямандага и цидо. Будьте благородными.